По поручению главы Анапы на курорте продолжается демонтаж нелегальных объектов. Много вопросов у специалистов муниципального контроля возникло к предпринимателям в селе Витязево. Там вновь были обнаружены незаконные конструкции. Все материалы были направлены в правовое управление администрации, затем в Анапский городской суд. По решению Фемиды все коммерческие объекты должны быть убраны. Не дожидаясь визита судебных приставов, собственники сами демонтировали торговый павильон на углу улиц Северная и Черноморская. 59/8. На углу улиц Курортная и Батарейная владелец ролетов тоже убрал нелегальный торговый ряд. Этому примеру последовали предприниматели, занимающиеся экскурсионным бизнесом в Анапе. Так, на улице Гребенской 47 и на углу улиц Шевченко Краснозеленых 200/23 они самостоятельно ликвидировали туристический киоск.